Друзья, всем привет! И сегодня на рассмотрение вот такая небольшая у нас посылочка. В этой посылочке женский китайский, аккуратно с ножом, кто помнит мою историю. Женский китайский шарфик. Посмотрел я только фотографии про него. Вернее, конечно, с его участием фотографии, но они особо мало о чем говорили, поэтому решил сделать непосредственно видео, чтобы показать сам материал, показать швы. Да, китаец больше нам ничего не подарил. Значит, смотрите, вот в частности я выбрал для мамы, вернее, не то что я, мы с мамой выбрали вот такой. Ей же носить, собственно говоря, да, поэтому именно мы с ней и выбирали. Я смотрел на счет комментариев, на счет дополнительных комментариев. Рекомендую постоянно это делать, чтобы, собственно говоря, видеть уже пост, отзыв. Отзыв после непосредственно ношения, после того, как пришло, потому что основные комментарии, они, конечно, идут о том, как быстро пришла посылка и какой продавец хороший. Но, как правило, не говорят о качестве данного товара. Итак, как вы уже заметили, а я думаю, что опытные швеи и, в принципе, женщины, девушки, которые занимаются, допустим, каким-то трикотажем, либо какими-то изделиями в таком плане, уже увидели строчки. И некоторым из вас уже это не понравилось. Вот в частности, мне не понравилась строчка. Возможно, она просто легла так в этом мешочке, в этом пакетике. Но сейчас мы с вами это и посмотрим. Значит, что хочу сказать. Шарфик. Так, что у нас с шарфиком? Он легкий, он очень легкий. И давайте посмотрим, значит, да, он довольно большой. Вот смотрите, вот такой он на просвет. На просвет он выглядит вот так. Да, то есть понимаете, да, что сквозь него, ну, собственно говоря, можно все увидеть. То есть, если смотреть ближе, он выглядит вот таким образом. Он очень легкий, соответственно, он практически, ну, прозрачный, да, он практически, но, ну, он не плотный. Значит, смотрим насчет строчки. Здесь у нас какой-то лейбл, на котором написано Made in China. 100% написано, ну, в общем, полиэстер, да. Что у нас здесь по качеству? Ну, сложно, на мой взгляд, вот такую тоненькую, причем она, на мой взгляд, сделана в три раза, да, завернута, то есть один, второй, и вот после второго, вот получается третий, здесь они его шили, такая узенькая, тоненькая полосочка, вот только здесь вот какой-то баг у них произошел, и вот такая вот шняга, но при желании, видите, да, здесь немножечко как-то он... Ну вот, по идее, должно быть вот так, но, видно, отошло. Вот, но это так, что я сместился, согласен. Вот здесь, вот видите, вот такая ситуация. Она, по идее, должна была быть вот такой, вот так вот. И даже здесь строчка есть, видите? Но почему-то она ушла и, ну, скажем так, разошлась. Смотрим дальше. То есть он сам по себе, этот шарфик, довольно... длинный. Я сейчас с вами измерю. Значит, здесь больше таких багов я не вижу, но вы знаете, в принципе, нормально. В принципе, такое качество нормально. Соответственно, кто смотрит мои видеоролики, знает, что если есть какое-то отличие непосредственно от того, что было непосредственно на картинке,
Вот, я сразу же делаю спор, открываю спор, что вам и рекомендую, и это делать нужно постоянно, чтобы наши китайские коллеги не портили нам жизнь, мозги. То есть то, что мы хотим покупать, мы должны покупать, ну, в смысле, они должны нам присылать, а не, как получилось у меня с стеклом для телефона, для айфона, когда он мне прислал вместо красивого стекла стекло от обычного телефона SE, и при этом он говорит, ну там на картинке был нарисован значит стекло от iPhone 6, а не от SE, поэтому я прислал именно твоего телефона. Вот, и я открыл спор, говорю, я хочу как на картинке, вы же обещали как на картинке, и AliExpress непосредственно пошло мне навстречу и вернуло мне $2.6. Так, друзья мои, здесь 150 миллиметров, так, значит, 1.5 метра уже есть, и давайте еще чуть-чуть замерим, так, и еще 155 миллиметров, да, то есть 1.5 метра есть. То, что у нас по заявленному, по-моему, так оно и было. Так, и давайте еще посмотрим немножечко на просвет. То есть, видите, да, сочная картинка такая, довольно приятная. Вот, и что можно сказать? Я могу рекомендовать этого продавца, я могу рекомендовать непосредственно этот шарфик, этот продукт. И что хочу сказать, друзья мои. Если хотите, а я даже, наверное, сделаю и по-другому, я допишу дополнительный отзыв непосредственно об этом, допустим, через месяц, там, после того, как моя мама будет носить этот шарф, как раз сейчас, это будет здорово, да, и рисунок очень красивый. Даже мне нравится. Вот. И сделаю дополнительный отзыв обязательно именно здесь. И расскажу вам, что и как. Все, друзья, спасибо. Ставьте лайк, кому было полезно это видео, кому понравилось. Вот. Ну и все. Всем хорошего дня. Всего доброго. Пока.